О важности волонтерского движения в нашем регионе говорили на заседании Координационного штаба по взаимодействию законодательного собрания с добровольцами. Волонтерский штаб начал работать в мае этого года и занимается юридической помощью добровольцам. В Калужской области сейчас насчитывается более 200 волонтерских организаций, они объединяют около 6 тысяч человек. Участники встречи обсудили развитие спортивного волонтерства в нашем регионе. Калужане регулярно помогают в организации международных соревнований. Так, в проведении чемпионата мира по футболу в России приняли участие несколько десятков калужских волонтеров. Помимо этого, одной из тем обсуждения стал социальный проект «Теплый дом». В его рамках предоставляют жилье семьям в трудной жизненной ситуации. Для нашей России довольно... Я бы сказал, позитивное явление, когда люди находят свое применение, реализуют себя в каких-то совершенно, как бы сказать, неохваченных сферами государства, местного самоуправления вопросах.